Приветствую вас, друзья! Вы на канале «Свободная минутка», с вами Лина, и у нас сегодня рубрика «Комнатный садик». В сегодняшнем выпуске я вас хочу познакомить с еще одним своим растением, которое называется эухарис. Оно у меня с таким вот несчастным одним листиком, вернее, листик у него не несчастный, а довольно-таки молоденький и красивенький, посмотрите, аж блестит, аж сверкает, но... Сейчас расскажу небольшую предысторию этого растения. Заказывала я его у женщины на Одноклассниках. Пришло оно ко мне почтой осенью. Было у него при покупке два листа, полноценных два листа. Но, к сожалению, при транспортировке один листик очень сильно повредился, и со временем он завял, и пришлось его обрезать. За зиму эухарис спустил еще один лист, и получается так, что к весне у него было вновь два листа. Но, к сожалению, я опять же допустила огромную ошибку, вынесла его на южный открытый балкон, думала, так ему будет лучше, так он у меня быстрее зацветет. Но бедняга не пережил такого палящего южного солнышка, и эти листики с большими значительными такими ожогами завяли. Вот я, ну, луковка, конечно же, осталась в полном порядке, поэтому я его занесла в квартиру, и уже в квартире вот буквально недавно он нарастил вот такой вот красивый шикарный листочек. В дальнейшем я его, конечно же, планирую держать около восточного окна, поэтому ожогов уже на его листве не будет. Не знаю, будет ли цветение при таком содержании, но будем жить, будем видеть, как говорится. И почему я решила его пересадить? Во-первых, сейчас подходящее для этого время, во-вторых, баночка от сметаны меня немножко смущает среди моих цветов. И в-третьих, он очень медленно развивается. Вот я не знаю, почему он так медленно развивается. Грешу либо на землю, которая уже изжила свое, либо же, возможно, растюшке просто тесно в такой маленькой емкости. Ну, сейчас мы ее достанем из горшочка, посмотрим, что к чему. Вот так вот будет выглядеть ее новый горшочек, новый домик. Он немножко больше, нежели, конечно, ее коробочка. На донышке у меня дренаж из керамзита. И сажать я буду эухарис в грунт для цветущих растений, покупной. Так как это растение очень красиво цветет белыми цветами, которые частично напоминают форму лилии. За это эухарис еще называют амазонская лилия. Thank you.
Итак, мой эухарис пересажен. Я очень надеюсь, что он разрастется в пышный и красивый куст и рано или поздно зацветет. Луковки эухариса можно полностью прятать в грунт. Единственное, что нужно обязательно оставлять снаружи, точку роста листочков во избежание загнивания самой луковки. Поэтому будьте внимательны при пересадке. Вас я искренне благодарю за просмотр. Всем огромное спасибо. Если вам понравилось это видео, тогда ставьте лайки, а также подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Всем удачи и до новых видео, друзья!